Дорогие друзья, всем привет из Алании. Меня зовут Никита, канал Парадайз. Мы сегодня вдвоем с Рамилем. Вот он опять. Суббота, утро. Рамиль заболел, но мы все равно на работе. Что мы здесь делаем? Сейчас мы будем выходить в прямой эфир. То есть Рамиль будет выходить для своего клиента. Будет глазами клиента, так сказать. Будет показывать ему квартиру в этом прекрасном жилом комплексе под названием Flower Garden. Да? Yes? Ты поздоровался? Здрасте. Смотрите, какой он заболевший весь. Да. Ну что делать, служба есть служба. Служба. Ну что, сам жилой комплекс. Я первый раз здесь, но уже он мне нравится. Ну смотрите, как все. Все красивенько, аккуратненько. Потому что срочная продажа. А, срочная продажа, кстати. Ее с 77 спустили до 75. Изначально была 83, что ли, она. Это 1 плюс 1? 2 плюс 1 дуплекс. 2 плюс 1? С видом на крепость, да. Да ладно. Объект, как мы ожидали, быстро уйдет. Шок-контент сегодня получается у нас. Шок. Не зря я выбежал с утра, даже не позавтракал. Так, ну что, заходим. Вы, кстати, друзья, если... О, вообще классно. Вот такой мне вообще стиль нравится, без всяких вот этой позолоты. Да, кстати говоря, зимой почти не работает. Это лофт получается? Да. Смотри, какая красота. Так. Друзья, кстати, если вот клиент Рамиля не заберет, да, можете звонить, сами там забрать. Там очередь есть еще. Очередь. Ну, не знаю, насколько там очередь, но если что, звоните, разберемся. Видео на наш канал вышло буквально вчера или позавчера, что ли. А ты уже снимал? На YouTube канал, да. Меня не берет специально. Это не я снимал. Вот это что, зимний бассейн? Это да, зимний бассейн. Его раскрывают. А, мы пойдем, да, туда глянем потом для видео, для моих подписчиков. Тик. Видите, какие мы пунктуальные. Сказали в 10, 10 уже здесь. Вот. Ну, то, что на одну минутку. Турецкая сторона. В 10, я не в час приходит. Кстати, друзья, привыкайте. Вам придется с этим смириться, что пунктуальности турков нет вообще. То есть, когда раздавали пунктуальность, куда-то они делись. Ну, типа, они могут сказать, в 10 утра встречаемся, они на следующий день вечером такие. Время не имеет смысла. Время относительно. Так, ладно, заходим. Заходим. Квартира, ну, соответственно, уже с ремонтом. Сними фишку. А, да ладно, опять? Лифт можно вызвать прямо из своей квартиры. Так, вот здесь слева какой-то чуланчик небольшой, кладовка. Ну, здорово, сюда можно и велик, мне кажется, 100% в месяц. Всякие какие-то такие вещи ненужные. Или нужные, которые громоздкие, которые не должны стоять. Все сюда. Поставить. Вот здесь сразу небольшой санузел мы видим. Кухонный гарнитур. Кухня-гостиная. Так, вот он уже выходит. Мы будем его отвлекать. Выходим на здоровенный балкон. Вот здесь у нас, видите, строится, если не ошибаюсь, это оба КВИ-палас. Здесь цены, кстати, сейчас тут появятся на экране. Цены очень будет сильно отличаться от нашего предложения. И вот у нас наша придомовая территория. Видите, красота какая. Летний бассейн, который скоро наполнится, будет красиво. Небольшой, видите, вот это джакузи, да, небольшое. И вот это помещение для переодевания, душ. Такая вот красивая территория. На вот это не смотрите, что сейчас это так выглядит. Вскоре все это будет выглядеть, ну, вот так. Все будет красиво. Также у них будет своя придомовая территория. Ну, в общем, будет приятно глазу посмотреть. На подоконник. Видите, с утра встал человек. На балконе, смотрите, есть розетка и даже выход под телевизор, под антенну. И слив. И краник для того, чтобы помыть балкон. Там попугай чирикает. Так, ну мы поднимаемся на второй этаж. Справа это шкафчик. Ага. И санузел получается.
теплый пол, аллилуйя. Так, здесь с душевой кабиной. Так. И получается у нас две комнаты. Две спальни с выходом на балкон. О, здесь еще шкаф, смотрите. Вот это хорошо. Хороший шкаф. Вот видите, насколько он глубокий, можно здесь посмотреть. Вот это все выводы под кондиционеры. И вторая комната. Это у нас дуплекс. Рамиль у нас как раз в таком же живет. Кстати, вот когда смотришь без мебели, вообще совершенно по-другому смотрится. Когда это все уже с мебелью, смотрится совершенно иначе. Смотрится гораздо так уютнее, гораздо вау, больше эффект. Вот здесь эти декоративные элементы конструкции нашего жилого комплекса. И вот такой вот классный вид. Крепость. Район Оба. Короче, красота. Я думаю, сейчас выйдем еще туда и все там посмотрим на придомовую территорию. Тем более она, видите, такая довольно-таки симпатичная. Так, друзья, мы вернулись на первый этаж. Хочу посмотреть, что здесь есть из внутренней инфраструктуры. Так, выходим. Выходим на улицу. Смотрите здесь. Вот и не умею, да, с вот этим ландшафтным дизайном. Выходишь реально как в рай такой. Классно. Смотрите, красота какая. Вообще. Теперь выгляните из окна и посмотрите на свой двор, да, как говорится. Ну, чего ж там говорить, я недавно переехал. Пока еще, видите, хожу. Охаю-ахаю. Но, блин, человек такая... сволочь, что быстро к хорошему привыкает. Поэтому скоро перестану ахать и буду на все это смотреть. Ну, что-то бассейн мелковат, знаете ли. Так, и давайте посмотрим на экстерьер жилых комплексов. Фасад. Как угодно называйте. Ну, ребят, ставьте лайк, пишите комментарии. Я не знаю, по мне так очень выглядит симпатично, очень мило. Прям хочется, да, здесь жить? Прям как с картинки, вот смотрите. Класс. Вижу отсюда, там тренажерка. Вот это у нас зимний бассейн. Так. И там какие-то зоны отдыха. Ну, сейчас попробуем, давайте зайдем, чтобы не гадать. Бассейн, кстати, хороший, смотрите, большой какой. Здесь очень много места, и еще там. Да, летом здесь, конечно, можно повеселиться. Это что, пальму спилили? Первый раз вижу, что пальму спилили. Может, она заболевшая была? О. О, видите, она какая мягкая. Одна кора осталась. И там уже цветочки растут. Так, тут, видите, сонные местные жители. Здесь у нас детская комната. Ага. Вот за такие, кстати, детские комнаты у нас на Макаренко мы Ярика водили и платили деньги, чтобы ребенок просто вот поиграл вот в таких этих, в клетках в таких с шариками. Небольшая, но все же. Круто, что она есть. Так, здесь у нас лаунж-зона. Такое приятное слово. Смотрите. Ай, вообще, ну как же так-то? Смотрите, какая красота. Сюда может любой, в общем, спуститься. Вы можете тут предупредить, то есть КПДЖ, сказать, у меня сегодня день рождения, я буду здесь устраивать вечеринку. И вообще без проблем они вам помогут все это дело организовать даже. Классно. Ну, либо можно просто прийти сюда, налить себе кофе,
почитать книжку, поработать на ноутбуке. Что, я думаю, актуально как раз для людей, которые сюда переезжают. Многие из них работают онлайн. Wi-Fi, я думаю, есть тут на территории. Так, caretaker. Это что такое? Тапочки. А, это уже квартира, что ли? Ладно. И давайте пройдем в тот блок, в тот край, в тот угол. Сейчас пришел к Ападжи, открыл бассейн. Не для меня, а просто что-то заспанный вышел. Открыл бассейн. Сегодня, видимо, суббота, и сегодня у них, ну, в принципе, как у нас, видимо, работает суббота-воскресенье, сауна и летний бассейн. Не, летний бассейн, получается, всегда работает. Сауна, хамам работает 2 дня в неделю. Почему 2 дня в неделю? Жители сами так договариваются друг с другом, то есть решают. Потому что, как уже, я думаю, заметили, людей живет в комплексе мало. Не все платят айдат, и невыгодно, чтобы каждый день работала сауна. Все равно туда каждый день никто не ходит. Вполне достаточно 2 дней в неделю. Поэтому, собственно говоря. Но там прям очень тепло было. Я аж прям захотел с утра пойти искупаться. Так, здесь небольшое место для тенниса. Так, душ. Опа, тренажерка. Да, тренажерка. Ну, в принципе, я не знаю, вот эти тренажерки, они больше для девушек, мне кажется, беговая, вот этот велосипед. Ну и здесь такое, все легенькое. Хотя бы вот этот есть, у нас вот такого даже нет станка, мы прям о нем мечтаем. Универсальный такой тренажер. Ну ладно. Так, массаж, Steam Bass, Turkish Bass. Надеюсь, здесь никого нет. Посмотрите, как все сделано вообще. Это все из натурального камня. Так, и здесь у нас получается, смотрите, массаж. Массажных 2 кабинета. Вы можете вызвать массажиста. Кападжи подходите, говорите, хочу массаж. Он такой, да без проблем. Звонит массажисту или массажистке. И все. Массажист приезжает, вас массажирует. Вот здесь римская баня. Сауна. Сауна, кстати, смотрите, большая, классно. Ну-ка, где свет? Свет, наверное, здесь. Ну ладно, не будем трогать. Все, короче, лучше, чем у нас. Ого, здесь вообще, смотрите, огромный какой. Огромный хамам. Дверь надо бы смазать. Так, ну и здесь душ. Просто душ. Ай, вообще, какая красота. Вы понимаете, да, друзья, что вы здесь покупаете не просто вот квартиру, да, не просто вот этот кубик из бетона. Вы покупаете вообще все это, всем этим вы можете пользоваться. Сколько здесь айдат сейчас появится на экране? А то у многих вопрос такой, и все думают, что за это надо миллионы там какие-то платить. Нет, здесь все в принципе. Здесь, знаете, как устроено? Здесь вы сдаете деньги в управляющую, да, компанию, назовем все по-нашему, и они предоставляют вам отчет. То есть вы можете посмотреть, куда тратится ваш каждый рубль. Вы все это обсуждаете, сами решаете. Это то есть не так, как у нас. Что-то куда-то сдаешь деньги, они там что-то куда-то тратят, вообще ничего не происходит. Ты просто сдаешь деньги. Ну да, вот это наша любимая схема российская. На вот такой вот позитивной ноте. Позитивная она почему? Потому что вы же можете здесь все купить и этим всем владеть. Причем 75 тысяч это не какие-то там громадные деньги. В сравнении с Сочи там это вообще, там за 75 тысяч ты бы взял 50 квадратов черновых без ремонта. Просто где вообще, чтобы вот такая вот территория вообще была в принципе? Вообще покажите мне такой жилой комплекс.
Есть Green Palace у нас в Сочи, но, ребята, ну где Green Palace, а где вот придомовая этого жилого комплекса. Вот она, кстати, видите, квартира. Вон у нас Рамиль до сих пор снимает для клиента. Все, друзья, на сегодня все. Кому интересно было, ставьте лайки, пишите обязательно комментарии, прям очень охота почитать, что вы думаете насчет, ну, насчет вообще качества жизни в таком жилом комплексе. Живут же люди, как говорится. Кто реально заинтересован в покупке квартиры, конечно же, звоните. Сейчас в WhatsApp мой номер появится на экране. Буду рад вам показать этот вариант. Может быть, найдем еще какой-то вариант, тоже по горячей цене. Я с вами прощаюсь. Всем пока. Жду ваших звонков. И надеюсь, дай бог, увидимся в Алании. Пока!